Ну, хорошая боевая команда была, игра очень где-то похоже близка к плей-офф, потому что сейчас уже конец сезона и все команды играют, пытаются как можно выше занять турнирное место. И хороший соперник, хорошая атмосфера была, приятно здесь играть. Болельщики всегда гонят команду вперед. В принципе, где-то на буллитах не повезло.